Привет. Привет. Да, мы пришли с магазина, съездили в город. Так, сейчас покажу, что я здесь в магазине купила. На первую очередь это огурцы. Тут полный пакет. Вермишельки вот такие вот. 4 пачки забрала, потому что у меня закончилась она, вермишельку. Морковку корейскую. Маринады я тогда мужа просила. Он говорил, нету в магазине. Оказывается, есть вот такие вот для шашлыка маринад. И универсальный. Пусть в холодильнике лежит, мясо будем мариновать. Дальше майонез купила. Дальше взяла малышне Окси, Марине, Ване мыльные пузыри. Вот такие 3 штуки. На, иди дай всем. И также Ване вот такую вот машинку железную взяла. Увидела, последнюю забрала. Так, дальше перец купили. Помидорки купили. Дальше взяла 2 белые шоколадки разные. 65 и 55 рублей. Приправу для рыбки. Также купили колбасу. Сегодня сделаем окрошечку. Лук зеленый взяли. И укроп зеленый. Так, дальше. Здесь у нас что? Здесь хлеб все идет. И вот здесь вот, это мы сейчас на летней кухне, кстати, картошка пакет. Вот такие вот здесь покупки. И сейчас покажу все, что у нас дома из покупок. Так, а это Свете, помнишь, ты дарили ей на день рождения? Ей понравился. Так, дорогие друзья, показываю, что купили. Свете понравился вот такой вот скраб. Когда-то Ильюша со Снежей дарили. Ей понравился. И мы нынче опять такой купили. Ставь сюда. Дальше. Потом я заходила в цветочный магазин. Мне надо было горшок, чтобы пересадить мужское счастье. И там меня встретила знакомая. И знакомая мне подарила вот такой цветочек классный. Обязательно тоже его будем выращивать с вами. Так, вот такой скраб. Я вам уже показывала, что я на рынке за 100 рублей вот этот пакетик красную смородину купила деткам поесть. Сейчас мы обязательно помоем и сразу дадим, детки будут кушать. Дальше. Потом вот такую вот глину для лица взяли. Ну, я вам снимала. Вы видели прекрасно, что снимала. Ну, вот такую вот решили взять попробовать. Дальше купили обложки 20 штук. Тебе, Ильюш, тоже обложки надо будут? На тетради не надо? Так, потом дальше. Света с Алиэкспресса взяла вот такую вот помаду. Такой вот оттенок. Так, она себе вот такой вот циркуль взяла. И еще один вот такой вот в Алиэкспрессе. Вот такой тебе, Илья, пойдет твой циркуль? Для меня линейка неудобная. Нет, так циркуль я имею в виду. Циркуль, да. Вот циркуль возьмешь себе, а линейку ребятишкам кому-то, какая разница? Ильюшина тоже к школе ехать покупать все. А? Ну, к училищу. Так, потом вот такой вот шампунь Света выбрала себе. Чистая линия. Сказала, что попробует, какая она, да? Ты, мы же такую не покупали? А, ну вот давай еще эти губки. Да, еще вот такие вот губки мы купили, но уже их, правда, раскрыли. Очень понравилось, очень хорошо отмывают. Держи, доча. Дальше вот такой вот гель для душа мы купили, ребят, со вкусом шоколада. Очень вкусный. Там, видать, кто-то открывал пробовать, и крышка уже не закрывалась. Мы взяли запечатанную крышку. Вот, очень понравился. И вот такое вот средство я всегда себе беру для посуды. Очень нравится. Кастрюля все очень хорошо отъедает. Грязь как раз кастрюля, но сейчас мне зачастую очень понравилось и недорого. И мы заходили в магазин, купили опять морскую капусту на развес. И у нас открылся новый магазин. Как он называется? Мясокомбинат Куединский. И там продаются вот такие вот, как они, посекунчики? Картошкой. Да, с картошкой мы взяли. И вот такие вот котлетки. И вышло у нас это на 300 с чем-то рублей. Все в морозилку теперь, Света, убираем. Ладно, и сейчас покажем, что мы купили из школьной одежды. Так, ну давай, Света, с чего начнешь рассказывать? Как они называются? Оксфорды. Оксфорды. Вот такие вот, ребят, оксфорды мы сегодня Свете взяли в целом. Вот, долго выбирали, ей все не нравится, но вот решила, это что, сейчас мода на них? Ладно, давай дальше разлаживай. Что еще? Вот такую вот белую футболочку мы ей купили. Ванечка, хорошо, иди поиграй, сыночка. Вот такая вот белая футболка для физкультуры. Убирай. Дальше. Джинсы. Джинсы черные. Она не захотела брюки, она захотела джинсами. Но вот такие вот длинные они идут. И вот. Какой размер это, Света, не помнишь? Так, стой. 26 написано. Но сейчас размеры у них не соответствуют тому, что они продают. Ну, в целом, такие вот джинсы взяли. Дальше.
Рубашка обычная белая. Она не хочет никакую с надписями. Мы там смотрели очень много с надписями. И рубашка почему-то это 38 размер показывает. Не 40. Дальше. Вот такой вот бюстгальтер белый под рубашку. Дальше. Как это называется? Кардиган. Ну, такая вязаная кофта кардиган. Что она стоила? В одном магазине мы смотрели, была 1700. А потом нам посоветовали еще в один магазин зайти. И там мы за 1400 вот эту вот взяли. Все, убирай. И самая дорогая покупка у нас. Показывай. Это, ребята, костюм брючный. Взяли за 2200. Вот такие вот брюки. Помоги пиджак разложить. И пиджак вот так вот он идет. Света сейчас мерить ничего не хочет пока. Она сейчас все на вешалке убирает. Вон видите, 2200 костюм. И там на улице шифонер, который туда и делай. И все, вот так вот. Свету мы, получается, одели. Осталось только разобраться с контурными картами. Что-то учителя молчат, какие что покупать на... Вася, ты что, с ума сошла? Василиск. Светя, Светя, хищница, хищница, хищница. А что делает, а что делает? Там Светка ее, видите, дразнит. Вот что делает. Вот дикошара, а? Василиск, Васька, да ты же у нас добрая девочка такая. Ой, я. Вот у нее бывает иногда, ребят, такое бешенство. Она начинает беситься, беситься, бегать, 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 бегать по койке. Да, Василиса? Василиск. Ай. Во, разбесилась, во, разбесилась. Видите, как лыжится? Давай, давай, давай. Вот так, вот так, вот так делай. Сейчас, сейчас, сейчас нападет скоро. Давай, Маш, слезь. Так и будет беситься. Вась, а пиджак-то здесь при чем, Василиса? Ладно, дорогие друзья, вот такое вот у нас было видео. Вот такая вот у нас с темущерая Нася косочка. Ты такая Нася косочка. Ты зачем меня кусаешь, Васька? Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Управились мы сегодня со Светой за 3 часа, чтобы ее одеть. То все, 5-10, что-то ходили, то там цены дороже, то там дороже, а потом нам посоветовали. А я в какой магазин зайти, мы зашли. Все, Света у меня одета, остались Егор, Катя, Маша и Оксана. Ну, в ближайшие дни постараемся их тоже одеть. Мы сидим на летней кухне, меня, наверное, будет плохо слышно, но у нас очень сильно... Ой, на летней кухне, вдруг, все, пипец. Пристроим мы сидим. И у нас очень сильный дождик. Да. Ужас. Одуреть, какой сильный дождик начался. У нас тут черемуха, видите, прям можно из окна ягодки кушать. И сильный-сильный дождик. У меня тут цветы стоят. Это мы в пристрое сейчас сидим. Тут шифонер. Тут Оксана вон сидит, да, Оксана? И сидим в пристрое. Тут хорошо, прохладно. Ильюша мне на телефон приклеил стекло, которое у меня с Алиэкспресс пришло. Знаете, за 7 дней стекло пришло. Я вообще в шоке. И Катюхе стекло пришло на телефон. Тоже наклеил Ильюшенька. И сейчас ушел опять куда-то. Василиса, ты с ума тут сходишь? Василиса у нас по пристрою бегает. Мы ее тут выпустили. Да, Ваня тут тоже играет. И мы тут сидим. Тут хорошо, прохладно. Прям вообще благодать. Муж поставил там варить картошку, яйца. Будем сегодня окрошку готовить. Решили такой легкий ужин сделать. Василиса, не лезь на стены. Вася! Ладно, дорогие друзья, пишите, какая у вас погода. У нас ливень начался. Всем хорошего дня.
А у нас льет дождь, причем очень сильный. А какая у вас погода? Обязательно напишите в комментариях. Дорогие друзья, вот по секундочке, которые мы сегодня покупали, Света решила часть отварить и часть попробовать пожарить. Что получится? Это с картошкой. Светика, ты можешь разломить ее внутри, показать, Кай? Ну, нас снимай, я тогда разломлю. У меня руки в укропе, поэтому ничего страшного не будет. Ну, короче, кто не видел, вот они внутри с картошкой. Точно горячие. И сейчас мы дадим деткам кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У нас сегодня, ребята, мы приготовили сегодня окрошку. Густая, вкусная. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем тоже кушать. Смотрите, ребята, Света решила их пожарить. Вот такие вот они получились по цвету. А ты пробовала жареный? Нет еще, это ты жаришь. Но сейчас остынут, и мы потом попробуем и скажем, как они на вкус. Света сказала, теперь это ее самое любимое блюдо. И сказала купить побольше. Но мне тоже понравились вареные, как бы нам всем понравились. И недорого они стоили. Ну вот, такие вот по секундочке. На белую